your shoes are sick. Вот, ну что ж, мы подъезжаем еще одним клиентам, которые захотят, может быть, прокатиться совершенно бесплатно. Вас снимать скрытые камеры, девчонки. Короче, вы попали в караоке-такси. Вот. У вас есть уникальная возможность сегодня проехать совершенно бесплатно. Просто надо будет попеть. Серебро, мама Люба. Все, давайте. Все, сразу же. На твоих диванах вчера сходим с ума мы. Да, и сейчас рано. Будет, нет. Мы как две мадамы после нирваны. Да, да, сейчас же должно быть. Да. Мы так летали, что не заметили. Ну, пой. И она сказала, что я просто плыву. А мы в итоге бесплатно или что? Да, девчонки, совершенно бесплатно для вас поездка, поэтому у вас осталось. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас, потому что говоришь, со всех сторон везде. Ну, это ремонты, да. Ну и здесь, и здесь, и здесь, и здесь заехать нельзя. Здравствуйте, еще раз. Здравствуйте. Шиника 43. Знаете, как заедем? По внутренней дороге. Не со стороны, где жильцы живут, а с этой стороны есть там этот парикмахерская. Ага. Ага, все. У вас 1000 рублей сдачи будут? Не знаю даже. А у меня к вам предложение есть. А какое? Вы попали в замечательный проект, который называется «Караоке-такси». Ага. И вы можете... Что, будем петь? И вы можете проехать совершенно бесплатно. Если я песню спою? Да, да, да. Давайте. Да? Ой, я петь вообще люблю. Ой, как мне повезло-то, да? Давайте я без караоке буду просто петь сама от себя. Можно без музыки? Давайте, давайте. Давайте. Песни у людей разные, а моя одна на века. Звездочка моя ясная, как ты от меня далека. Поздно мы с тобой поняли, что вдвоем вдвойне веселей. Даже проплывать по небу, а не то, что жить на земле. Облако тебя трогает, хочет от меня закрыть. Нежная моя, строгая, как же я хочу рядом быть. Поздно мы с тобой поняли, что вдвоем вдвойне веселей. Даже проплывать по небу, а не то, что жить на земле. Ну круто, вообще круто просто, нереально круто, потому что люди очень часто садятся и стесняются петь. Нет. Даже просто вот под фонограмму там со словами, вот они как-то не поют. А вы тут соло, так сказать, забабахали. Петь люблю, танцевать люблю.
Надо вот всегда такими быть, позитивными. Да, но веселыми. Я уже старая. Ну все равно, какая разница. Не важно же, сколько лет, самое главное, чтобы в душе было молодость. Нет, в душе, да. Вот сюда? Давайте, да, в кармашку. Ага, вот он. Так, вы теперь будете искать дачу для меня. А не надо сдачи, вам же поездка-то бесплатная. А, да, вы что? Мы же с вами договорились же, да? Ну и ладно, спасибо тогда. Да не за что, вам спасибо. Да, удачи на дня вам тогда, всего доброго. Хорошего дня, хорошо, до свидания. До свидания. Вам спасибо. Звоните в караоке такси. Ну а я напоминаю вам, дорогие друзья, что вы можете позвонить в службу заказов такси Light. Меня зовут Рустам Калимулин. Звоните по номеру, говорите, мне нужно караоке такси. Я хочу проехаться бесплатно. Я приезжаю к вам, мы поем с вами песни. Ну и, соответственно, поездка для вас оказывается совершенно бесплатной. Самое главное, друзья, пойте, не стесняйтесь и будьте раскрепощенными. Ну а теперь в нашей программе появится моя хорошая знакомая, зовут ее Эля. Многие ее знают как Эля Мистерио, знают не только в Нижнекамске, но и, наверное, по всей республике Татарстан, да и не только в республике, в общем-то. Это основатель замечательного дуэта, наверное, такой арт-проект, вот так будет правильно, арт-проекта Мистерио. Это девчонки, которые играют на скрипках, играют очень круто, играют очень здорово. Я считаю, что это одни из лучших у нас в городе, по крайней мере, это точно. В республике, как бы, я не знаю просто других, поэтому ничего не смогу сказать, но могу сказать, что, уверен, что, скорее всего, да, они тоже лучшие. В общем-то, предложил ей поучаствовать в проекте «Караоке такси». И сегодня, наверное, для нее будет неожиданностью, что нужно будет не играть на скрипке, а петь. Да? Вот и мы узнаем, это главная интрига нашей программы, как же поют скрипачки, да? Умеют ли они это делать. Понятно, что у них слух есть, и есть ли у них голос. Вот это вот мы узнаем сегодня буквально через несколько секунд. Привет. Приветик. Привет, привет, привет. Привет, привет. В общем-то, Эля, смотри, привет. Ты, наверное, успела посмотреть, может быть, не успела посмотреть. Ну, вкратце я тебе расскажу, что сейчас будет происходить. Значит, это караоке такси. Я готов довести тебя до места совершенно бесплатно. Ура! Да, поедем. Вот, просто я уже людям сказал, что... Что я круто пою. Да. Нет, я не стал их обманывать. Я сказал, что у тебя крутой проект, арт-проект Мистерио, да, что вы играете на скрипках, что вы там, известны не только в Нижнекамске, но и в республике, там, да? Да, даже по России, вот, это я тоже отметил. Между прочим, но я создал небольшую интригу для людей, что как же все-таки поют скрипачки, да? Понятно, что вы умеете играть, понятно, что вы играете круто, спору нет, но у многих возникает возможность, слух есть ли голос? Вот у меня абсолютно слух, да, у меня вообще нет голоса. А еще сегодня болею, так что давай, включай, что там, Лепсон, да, сегодня сразу. Давай, детские песни, рок, русская попса, шансон. 18 мне уже, рюмка водки на столе, вирус, ручка, что? А давай, 18 мне уже, сейчас как дам. Я не знаю, ни тональность, я толком не знаю эту песню. Честно, да? Да, вот мы, я вообще «Руки вверх» очень люблю, ну, короче, вот эта песня мне как-то не понравилась изначально. Почему? А вообще мы, ты знаешь, мы «Руки вверх» играем. Я знаю, я слышал. Вот, давай. Боже мой. Я тебе расскажу, где начинается. А, ну можно. Это такое вступление большое у них, понимаешь, как бы. Поэтому можно танцевать там вообще. Как там раньше? Покушать можно в это время, перекусить там. Вот, да. Ты сегодня взрослее стала и учебу всю прогуляла. Собрала все своих подружек. Ну а как же я? Ведь день рождения у тебя, знак ты меня не забудешь. А давай
тебе буду говорить, как пить, и ты будешь попробовать пройти, да? Как гламурная чика. Теперь как сидевший зэк. Братан. А давай как парень, который, ну, соответственно, не парень. Не парень? Да, который парень, не парень. Будет припев? Сейчас, да, припев. Не парень, не парень. Видите? Эта песня разыграла веселя твои подружки. А давай-ка будут на скрипке. Вот он очень странно на меня сейчас смотрит, этот водитель. Обирай меня скорей, увози за сто морей, и целуй меня везде, я взрослая уже. Обирай меня скорей, и целуй меня везде, 18 я уже. Так, это срочно вырезать и не пускать в эфир. Давайте. Нет, я хочу показать всем. А я стрёмно пою? Смотри, игра заключается в следующем. Так. Это я специально приготовил для тех, кто не умеет петь. Ну, это я. Вот тут видишь, как тебе повезло, что... А что ты меня заставил две песни петь? Нет, ну я думал, может, ты реабилитируешься и всё-таки получится. Я говорю, у меня голоса нет вообще. А сейчас не нужен голос, сейчас надо будет разговаривать. Орать надо сейчас, да? Нет, просто... Да что ты на ломаном английском? Чего ты серьезно обидишься? Ты вообще ремикс просто сделал сейчас неожиданно. Сейчас это. Чего это же твои глаза упадают? Сейчас этот певец просто такой: да ладно, в смысле она украла у меня минус? Это певец, слушай, я тебе сказал. Мама, я схожу с ума. Это же Егор Крид. Нифига себе. Что там, самое-самое. Да и ты отвечай, лопада в самом начале. Вообще копия прям. И вот так, дорогие друзья, благодаря монтажу у Эли появляется картошка фри. Картошка фри. Тебе куда в итоге, домой ехать? Да, начинаем. И вот, короче, ну ладно, петь не надо, поэтому можешь кушать. Уже играем в игру, да? Все, поехали. Да. Это Егор Крид, понятно. Егор Крид. Да? Дальше. Витя, надо выйти. О! Рада. Крутяк, правильно. Мне очень нравится их биты. Очень нравится. Биты, а слова? Ну, слова, конечно. Но они, на самом деле, стёбщики очень крутые. Вот, поэтому вот этот Витя, надо выйти. Там почти Полина Гагарина, у них крутые песни. Давай следующий. Давай. Если чай бахать, то да, ходить. Это легко. Потому что в машине поставить. Да. Это я. Видишь как? А у них инструментальное начало. Тимати и оркестр. И последний. Давай последний. Браво! Аплодисменты, друзья! Я мой подарок. Ты угадала бесплатная поездка же твоя. Я тебя зовут, видишь, за картошку сводил. Спасибо. Спасибо. Да, тебе спасибо огромное. Мне очень понравилось. Да, желаю тебе творческих успехов. Если что, катайся на караоке-такси, пой песни и совершенно бесплатно. Так, напомни время, часы приема у тебя. С 12 до 2. Каждый день в будни, с да? С понедельника по четверг, с 12 до 2, в номер телефона 38-22-22. А мне вот прям сказать, я хочу поездку. Да, скажи, караоке-такси. Нет, круто, мне очень часто, кстати, вот с 12 до 2. Да, если вдруг там знакомые у тебя хотят вообще. Я вообще всем расскажу. Все. Что можно прийти, попеть, поорать, вот так вот. Поржать, да, поржать, съездить куда-нибудь. Да. Только не в Челны, не в Казань, ладно? А, блин, да? Ну, нет. Поедешь. А то начнете сейчас мне со своей скрипкой. Пока-пока всем. Спасибо. Давай, пока-пока, спасибо тебе огромное.
Вот видите, друзья, ничего сложного, нужно просто петь песни и самое главное не стесняться. Поэтому звоните в службу заказа такси на Light 38-22-22, заказывайте караоке такси, пойте, и поездка для вас будет совершенно бесплатной. Ну а с вами был Рустам Калимуллин, говорю вам пока-пока, еще увидимся на дорогах, ну и конечно же в караоке такси.